Липнулся я со своим рефом. Качаю нового персонажа. Это будет риф. Гладиатор. Для боссов я использую Блейд Фури. Ну, у меня много только шмота. Так что урон огромный. Опа, на. Вот это сейчас опасно было. У меня шестилинк, табула и твинка мечи, так что. Урон тут огромный. Соло цели вообще. Риф использую, а для соло целей. Большой дамаг. Соло цели. А вот зачистка хреновая. Выбрал гладиатора с парным оружием. То есть буду блок качать. Вот тебе и босс. Сейчас покажу зачистку еще. Вот, теперь я пришел в пятый акт после кита от Twilight Strand. Сейчас покажу зачистку самим Ривом. Тут должны быть... Черт, я, наверное, не буду открывать. Почему они взрываются? Из-за вот этих... А, да. Короче, я не буду открывать сундук у меня. У меня нет колбы от заморозки, потому что... Для соло-цели используется Блейд Флури, я его ставлю вместо Рива. Потому что именно вообще по зачистке мне Блейд Флури не нравится. То есть как скилл мне не нравится. Но... Для соло-цели... Выбрал гладиатора, как я говорил. В общем, гладиатором очень мало играет в этой лиге. Его вроде как понерфили. Но я решил все равно им поиграть. Мне просто интересно, я типа его давно им не играл. Или вообще никогда им не играл, не помню. Мне было интересно поиграть в гладиатора. Ну вот, то есть если бы я себе Блейд Флури поставил шестилинковый, то было бы сейчас больше урона в соло-цель, потому, то есть очевидно. Просто сейчас это долго, я решил время не тратить на перестановку. Мультистрайк, вот. У меня дилемма была, типа, фастер атак или мультистрайк юзать, но я решил мультистрайк. Он вроде как-то помощнее выглядит. Ну, я, короче, просто твинкошмот поодевал. Ну, почти все у меня тут твинкошмот униковый. Я почти ничего не покупал. Только пару сабель вот таких прикупил. А так, все мое выформленное непосильным трудом. Я не уверен, что это прям идеальный твинкошмот.
Ну, я просто что посчитал нужным, там, что нашел в сундуке, то я делал, грубо говоря. Как-то так.